Один из самых известных поэтов Серебряного века Сергей Есенин, чья аура до сих пор остается в мистике и неизвестности. Несмотря на это, его судьба достаточно разнообразна. По сути, мы знаем два десятка его стихотворений, вокруг которых и ходим. Прочувствовать глубину творчества, да и самой жизни поэта-легенды поможет Валерий Бондаренко. Какая-то такая моя попытка объясниться в любви, что ли, этим людям, вот, которые создали необыкновенную культуру. И одновременно это цикл продиктован каким-то чувством глубокой обиды, да, на нас, вот, людей из России сегодняшних. Сергей Есенин. История Божьей дудки. Талантливый юноша приехал из деревни, поймал жар-птицу Айседору Дункан, забрался на сказочные высоты и погиб там. Все познать, ничего не взять, пришел в этот мир поэт. Лукавить не будем. Основной слушатель – старшее поколение. Младшие предпочитают смотреть онлайн-трансляции в социальных сетях. Сейчас он уже второй год. Мы начали с осени прошлого года. И в этом году продолжаем активно. И с каждым годом все, даже с каждой лекцией у нас все больше и больше участников. И уникальность еще того, что мы проводим прямые трансляции сразу в группу ВК, выкладываем. И потом идет, соответственно, обработка, и в записи их можно посмотреть. Нас смотрят даже за рубежом. Он показывает пример, Валерий Вениаминович, как в глубину погрузиться, понимание, глубину. Не даты, голы, очки, секунды, фамилии, имена, и кто с кем, и зачем, и для чего, а вот именно скрытые пружины, сюжеты, идеи. Нет, не даты, страницы, цитаты, а осознание скрытых пружин творчества, сюжетов и идей. Основная цель литературных встреч. Несмотря на постоянно развивающиеся современные технологии, полистать настоящую книгу – всегда удовольствие. Елена Мельникова, Виктор Соколов. Утро губернии.